Всем геймерам hello, с вами Гриффершайн, и это Майнкрафт с мобами мутантами. Да, наконец-то, новая серия. Вы ждали этого. Знаете, как я понял, под роликами Скайбло набиралось очень мало лайков. Я понял, что вам нравится эта рубрика, поэтому она возвращается. Да, я немножко отошел от прежнего места и нашел вот такой вот каньон. Также поставим верстак, печку и новую кровать. Да, что ж, начинаем. Но для начала нам нужно очень быстро поспать, чтобы не заспавнились какие-нибудь там монстры. А то я их знаю. Прячутся везде, где только можно. Так, сейчас мы заберем все мясо. И я думаю, отправимся куда-нибудь в каньон. Думаю, там есть алмазы. В принципе, это очень даже возможно. Хотя бы немножечко. Так, сейчас копаем вот такой вот спуск. Да, вы, наверное, еще заметили вот это вот. И стак земли у меня в инвентаре. Да. Просто, когда я захотела записать серию, наступила ночь. Я хотел лечь спать, но заспавнился крипер. Я пытался его убить, но он взорвался. И вот такая вот дырень образовалась. От обычного крипера взрыв, ну, примерно отсюда, вот до сюда. Где-то вот так. Но нет этого. Еще может быть так, что с это самое вот так взорвется. Кстати, здравствуйте, курица. Молодая курица или старая, я не знаю. Как-то у нее слишком мало хп было. Ну ладно. Сейчас мы пожарим ее. Так, у меня угли закончился. Прекрасно. И на чем же мы ее жарить будем? Да хоть и на палках. Потише сделаю. Тут пустая река настоятельно. Так, дождь. Это очень плохо. Нужно быстро поспать. Не показалось ли там зомби? Так. Все. Нет, мне показалось. Там нет зомби. Фух. Хотя, это было бы, наверное, хорошо. Я бы получил бошку зомби. Да, кстати, из них выпадает башка. И куча еды. Ну, там морковки, картошки, железо. Штук 14, наверное. Так. Ок. Так. Надо бы спуститься. Я прокопал. А вот найти алмазы. Я очень хочу алмазы для брони или там для чего-нибудь еще. А то я, блин, золотой броне уже хожу которую серию. Так. Пока я алмазов не вижу никаких. Надо еще как-то спуститься каким-то образом. Наверное, все-таки скажем спасибо криперу. Он закопал, накопал это за нас целую кучу блоков. Так. Делаю синюю кровать. Просто так, чтобы было. И надо придумать, как ну, слезть отсюда вниз. Можно, в принципе, он туда вглубь прокопать и там уже начать раскопки. Но я, наверное, таким образом сейчас и поступлю. Блин, каменная кирка. Мне нужно уже нормальное железное. Вон там где-то железо. Там... Я не знаю, каким образом его вообще можно добыть. Мне нужно спуститься.
копаем здесь. Тут вы, наверное, заметили, что изменил свой скин снова. И не надо спамить в комментариях, определись со скином и думать про меня так. Я, как самый обычный игрок, постоянно меняю скины. И это нормально. Некоторые, конечно, определились уже со своим скином, как многие ютуберы. Но не я. Я пока еще нет. Чувствую, он у меня еще целую кучу раз будет меняться и меняться. Я буду их делать и делать. Так. Пока не разберусь. В начале этого сезона я думал, что буду со скином вот этом вот, синей рубашки. Кто не смотрел первые несколько серий с этим скином, посмотрите. Мне будет приятно. Ну, кирка скоро сломается. Классика. Куда-нибудь сюда начну копать. Стал-то. Оп. Уже что-то виднеется. Надо тут какое-нибудь мини-окно, что ли, забабахать. Или тут спуститься. В принципе, можно. Так. Два. Раз. Так, и тут надо как-нибудь это огородить, что ли, я не знаю. Будем пользоваться грязью. Ну, землей. Имею в виду. Так. Это, наверное, уже можно убрать. Точнее, не уже, а просто можно убрать. Так, это тоже. Это с вот этим. Тут тоже. И в принципе. Так, там я вижу золото. Я думаю, надо куда-нибудь туда сходить. Сейчас надо накопать железо, чтобы, ну, накопать эти алмазы, если они будут, конечно, там. Так. Вот там железо. Где еще вон там. Это можно попробовать туда спуститься. Так, вода, не мешайся. Это было, конечно, опасно. Но что я и подозревал. Какой-нибудь вот такой мостик сделать большой, чтобы точно не упасть. Спасибо еще раз мистеру Криперу, что он накопал за нас много блоков. И надо построиться вон туда, к этому самому железу. Блин, скоро сломается кирка. Сейчас скрафчу. Или не скрафчу. Не. Нет. Зачем я же так поставил сюда? Случайно как-то получилось. Мне нужно накопать это железо. Все. До тех пор, пока не сломается моя кирка. Не до того, как не сломается, как сломается моя кирка. Сделает она это, по-моему, очень даже скоро. Так, 5.
6? Серьезно? Мало? Ну ладно. Что ж, у меня с собой плавильная печь? Так. Ну что, подождем, пока там переплавится все железо. Продолжим. Ну что ж, все железо переплавилось. Теперь можно скрафтить килку. И что еще нам нужно? Собираем. Так, что нам еще нужно? Меч у меня есть. Так. Ну, я не знаю. Ну, щит. Это точно. Так. Собираем. Ну и в принципе пока что все. Так. Топор, наверное, я уже не смогу скрафтить. Хотя я могу докопать еще железо. Так. Надо как-то спуститься вон туда куда-нибудь или туда. Я не знаю. Просто спрыгнуть, наверное, не вариант. Но, наверное, я это сделаю. Алмазы, алмазы, алмазы. Я нашел алмазы. Так, 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 так. Вот. Фу. Алмазы. Алмазы. Эту кирку можно уже, наверное, выбросить. Поплавай в лаве. Че? Плавай в лаве, я сказал. Что это сейчас было? Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И сколько? Шесть, реально. Так, это получается два на меч, то четыре останется. На кирку или... Ну, я не знаю. Так, ну еще один, потом алмаз останется. Наверное, я все-таки ботинки, наверное, скрафчу. Алмаз. Или... Не, я кирку скрафчу, кирку. Она понужнее будет. Так, алмазный меч, наконец-то. Он, кстати, на случай, если сломается вот этот вот трезубец. Так, теперь мне нужно скрафтить палки. Так, и кирку. Есть. Железная кирка нам пригодилась только пока что, только для того, чтобы добыть алмазы. Сейчас можно добыть обсидиан. Сделаем это мы вот здесь. Примерно 10 штук. Я буду в аду, наконец-то. Неужели? Так. Почему обсидиан подо мной? Почему он не подбирается? А, он мне весь инвентарь переполнен, конечно. Так, все. Обсидианчик. Любименький. Подбирайся, пожалуйста. Я под водой? Или... Что это такое? Так, сколько у меня? 4? 3. Поменьше, но все равно. Так. Пять. Шесть, семь, восемь. Так, сейчас мы это подберем.
А, 7. Почему? Еще один обсидиончик. О, я плыву. Я плыву. Так, а где обсидиан? Его здесь нет. Ладно. 7 это. Так, это 8. 8, 9, 10. Ну, примерно все. Не, на всякий случай еще накопаю 3 штучки примерно, чтоб по красоте все было. Раз. Вас. Так, 2, подбирайся. И давай. Сложнейший челлендж. Добыть обсидиан под водой. Да. Да. Откуда ты здесь? В смысле? Ты откуда? Я не понял. Либо это тот, кто за... Нет, это патруль. Патруль. Ай, не щенячий и не сказочный. Все, блин, у меня это фигня. Флаг. Ай, господи. Что мне выбросить-то? Не, ну как? Как они еще спрыгнули, так и выжили? Блин, мне нужно сдохнуть, вот, чтобы это снялся этот эффект. 1, 2, 3. Так. 1, 2, 3. И как-то вот так. Ну все. А подождем мы его уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Если это так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что ж, с вами был Гриффиншайн. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.